Потому что яблоко, когда падает, оно падает в землю, чтобы косточки, они созревают в мякоти, которая начинает как бы прогнивать. Косточки созревают, чтобы дать новый росток этого нового дерева. И когда оно находится, например, не в каком-то, ну, на столе, то процесс-то, ну, как бы в яблоко, понимаешь, что оно не на земле. Процесс-то тот же самый происходит, что вот эта вот мякоть, она начинает плесневеть, наверное, это грубое слово, потому что как таковой плесени, вот такой вот, который там, ну пусть это будет плесневеть, как хотите назовите. То есть вы видите, что начинают вылетать мошки, оно начинает вот такое вот быть сухое, оно начинает вот такое, это как раз оно насыщает, то есть весь его плод отдает все свои энергоресурсы в семечки. Отдает в семечки, и все остальное начинает появляться из этого яблока. Мошки ниоткуда не прилетают, они не прилетают с соседнего участка, они не приехали, никто не привозит на лифте. Они просто появляются из этого яблока. То же самое, что как и у нас, бактерии. Когда мне спрашивают, а что такое с глистами, а как вот это? Я всегда говорю, ребят, но если вы хотите почиститься, то это нужно делать в том случае, если вы хотите помочь своему организму. Не постоянно быть на чистках, потому что есть у некоторых, что они просто с утра до ночи постоянно в чистках находятся. Вы просто свой организм убьете. Если вы не измените свой образ питания, свой образ жизни, свой образ мышления, то ваша грибковая сфера, ваша какая-то, ваши глисты, они никуда не уйдут. Вы можете их хоть сколько вычищать, но они будут все время появляться. Все растет из вас, то, что, все, что у вас есть, это есть вы. И это однозначно.